Художников всех направлений, в том числе и Вермеера, волновало воздействие света на предметы. Большое значение для воплощения небывалых доселе задач в изобразительном искусстве получила попытка передачи тона и фактуры предметов при разном характере освещенности. Учитывалось воздействие на них и окружающее их пространство солнечного, лунного или искусственного от свечи света. Зрительное ощущение материальности окружающего мира, появившееся в картинах голландских живописцев того времени, захватывающее откровенно. Яна Вермеера называют мастером света. Многочисленные блики на его полотнах словно вырывают из темноты изображенные предметы. Они делают каждую деталь похожей на искрящуюся чистыми яркими красками драгоценность. В двух ранних картинах мастера на библейскую и мифологическую темы «Христос в доме Марии и Марфы» и «Диана со спутницами» вымышленный интерьер и пейзаж. Расположение фигур выдают следование итальянской ренессансной традиции, а вот свет в изображении распределен, очевидно, в традиции караваджистов. Так, в русле привычных тем уже появлялись признаки иного понимания роли освещения в изображении. Для полотен караваджизма характерен яркий направленный свет трепетной свечи, отбрасывающий конкретные тени. Пример тому произведение «Христос в доме Марии и Марфы», в котором представлена известная евангельская история о том, как Христос, стая погруженной в житейские заботы Марфе, в пример Марию, внимающую его словам о божественных истинах, сказал: «Марфу, Марфу, печешися и молыши о мнозе, един уже есть на потребу. Мария же благую часть избра». Евангелие от Луки, глава 10, стих 41-42. Не составляет особого труда понять, кто есть кто на полотне. Христос смотрит на Марфу, жестом указывая на Марию. Эта работа с библейским сюжетом сильно убивается из основного ряда произведений Вермеера, не только содержанием. Резкие развороты фигур, теплые жгучие рефлексы в тенях от белых тканей на коже рук и, самое главное, свет, ухватывающий из темноты детали. Все свидетельствует в пользу усвоения живописцем уроков караваджизма. О его авторстве говорит подпись на скамеечке, на которой сидит Мария. Существует версия, гипотетически объясняющая выбор, не характерный для художника темы. Он написал картину на заказ.